в работе по формированию очередного груза, адресованного нашим землякам, находящимся в зоне проведения специальной военной операции. Сегодня официально поставлена точка. Все посылки, все товары, приобретенные на собранные средства и переданные неравнодушными горожанами, загружены и готовы к отправке. В коробках и мешках одежда, средства личной гигиены, медикаменты, а также посылки от родственников для наших земляков. Загружены и спецзаказы – тепловизоры, бинокли, масксети и несколько отремонтированных до отличного состояния мотоциклов «Урал», которые в дальнейшем будут помогать выполнять боевые задачи. Хочу поблагодарить всех жителей Ирбита и Ирбитского района, конечно же, семьи мобилизованных, без вас такой темп, который мы набираем, наша команда, мы набрать бы, наверное, смогли, но сроки бы были гораздо длиннее, так скажем. Спасибо, что в динамике нас держите. И хочу сказать еще вот о чем. Те мотоциклы, которые сегодня передали безвозмездно нашим бойцам, жителям Ирбита и Ирбитского района, в том числе Туринска, у них будут позывные. Позывные такая вот. Вот мы не знали, как отблагодарить этих людей. И вот такая благодарность будет, что на каждом из мотоциклов, вот допустим, 10-я школа города Ирбита передала мотоцикл, у этого мотоцикла позывной будет десяточка. То есть боец фактически будет по рации: бери десяточку, едь ко мне. Вот такие вот моменты исторические наши совместные вот будут присутствовать. Не осталось без внимания и работа, которую ирбичане проделали за последние полугодия. В рамках митинга помощник командующего войсками Центрального военного округа Алексей Попов сегодня отметил активных участников и организаторов сбора помощи благодарственными письмами и памятными медалями за оказание помощи участникам специальной военной операции. На самом деле, те люди, которые воспитаны здесь, на Ирбитской земле, а мы знаем и героев Советского Союза, дважды героев Советского Союза, и их потомки, их внуки, правнуки продолжают славное дело защиты нашей Родины сейчас в ходе специальной военной операции, которую все здравые, все настоящие патриоты своей Родины поддерживают и непосредственно в ней участвуют. И та работа, которая организована вот вами здесь сейчас с этими гуманитарными конвоями, она, конечно, наверное, почти беспримерная.